Всем привет! Приобрел я вот такой органайзер. Органайзер для канцелярии. Ну, буду использовать его для других целей. Хочу сюда поставить бритву. Приходит упакованная. Есть прозрачный цвет, есть вот такой вот черный пластик. Прозрачный тоже такой, не чисто белый, а матовый. Не матовые, как сказать, затемненные размерчики. Где-то 11,5 квадрат. Здесь вот такой размер тоже 10,5. В принципе, стоит недорого, в районе 50 рублей. Буду использовать так для бритвы, наверное. Подойдет, не подойдет. В принципе, подходит. Вот. Бритва Браун, 3-я серия. Вот это, наверное, сюда все же не влезет. Хотя можно вот так вот поставить. Немножко не хватает. Так что ссылочку оставлю. Все же не очень удобно зарядку сюда ставить. Что-нибудь, наверное, другое прикупить. Сама бритва, в принципе, встает хорошо. В принципе, как рассчитана-то она для карандашей и всякой такой мелочи. Для этого в самый раз подходит. Здесь всякие резиночки, скрепочки можно ложить. На 50 рублей, в принципе, сгодится. Закажу что-нибудь, может, другое для этого, чтобы зарядочка и щеточки всякие лежали. Пластик хороший, но вот немножко мягковатый. Здесь жестко. Спасибо за просмотр, оставляйте комментарии, подписывайтесь. Пока-пока.